Да, блядь, еще одна загрузка. Да ладно. Ну что, в 20:45 я начал играть. Поехали. Да. Друг, Чего, блядь? Подожди, не еби. Подожди, я даже не помню, как в это играть. Меня сразу к боссу кинули. Все, я улетаю. Бля, как в это играть? Я помню, здесь несколько персонажей есть. Жабка, а мясо скоро будет готово. 18-10. Какая жабка? Подожди, это Катя? Это уровень приключения, не перса. У тебя он левел 5, у меня 13 левел, а мясо скоро будет готово. А? Погоди. Во-первых, давай... Блять. Тут все какое-то слишком громкое. Так, я Глеб, и у меня 9 ранг приключений. Это много? Все, вот так вот делаем. Графика. Разрешение, настройки, частота кадров. Здесь 60 кадров максимум. На 10 ранге дадут крутки к 100. Сори, Катя, не хотел палить, что ты тоже играешь в Геншин. Мы пытались сохранить это в секрете, но не вышло. Это супер мало. Чекни почту, там могут быть полезные штуки. Отряд. Окей, это мой отряд. Лиза, Сян, Лин, Чунь, Юнь и Глеб. А также я! Глеб. А я помню, здесь что-то смешное было. Почта. Отпуск Сахароза. Это мне? Воскрешает персонажа. О, я вообще ничего не помню. Компенсация за технические работы. Мое. Опрос вернувшихся. Мое. Не знаю, что это, но... Мне. 1000. Так, и это тоже мое. И это тоже мое. Светящаяся пыльца. Так, этого хватает на... На что-нибудь покрутить? Задонатить куда-нибудь? Объявление. Мероприятие. Да. CEO of Genshin Impact. Здравствуйте. Благодарствую за установить продукт. Но вы говорите слово Тайван 7 раз поток. Ждите установить копатель на компьютер 7 раз. Спасибо, вы списание 300 юань карточка. Unlucky. Ничего, Genshin Фаги оплатят. Сегодня у нас Genshin Фаги платят за все. Так. Магазин. Вот это вот мне надо. Благословение пола и луны. Входит в покупку 300 рублей, ежедневный подарок 90 рублей. А как узнать, сколько у меня их? Магазин... Так, я помню, вы что-то мне говорили. А, у меня один всего лишь. Зато у меня 45 вот этих штук. Звездная пыль. А, и на это тоже не хватает. Камни истока. О! Хватает аж на... Две. Аж на две хватает. Какую покупать? Камни истока. Розовую. Вы ж, сука, все моментально отвечаете. Вы же все моментально отвечаете. Охуеть.
То есть вот эту? Или вот эту? Ё-моё. Окей. Две? А чем они отличаются? Подожди. Чем они отличаются? Звездная пыль, это получается вот это. А, она всякую такую херотень дает, да? А это вот такую херотень дает. Беннет. Осталось в этом месяце один Беннет. И Лиза. Только у меня есть Лиза. Вроде бы. Окей, ну короче, две эти штуки покупаем. Правильно? Правильно. Так. Как их использовать? Сколько? Тап. Тап и вверх. Подожди. Тап и вверх. Молитва новичка. Помолиться 10 раз. Сейчас давайте я вебку передвину. Куда-нибудь вот сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. А куда нажимать? Магазин? История. Видите, нет сведений. Тип молитвы. Все, значит, я ничего не... Ничего я не донатил никуда. Не было донатов. Сверху баннер выбери. А, так вот, помолиться. Тарталья. Чайльд. Это какое-то оружие. Какую? А, ну давайте тогда, наверное, одну вот эту и одну ту. Он русский, кстати. А что, его не удалили все еще отсюда? Молись у ёбища или минус 1000 репутации. Окей. Помолиться. Хуета? Хуета. Окей. Тогда еще раз. Опять его? Или может все-таки ее попробуем? Шансы увеличились. Уголек, спасибо за 50. Да, лучше поубивайте каких-нибудь боссов, заодно и видами полюбуешься. Все равно один час только. Жаль, что не версия 3.3. Там разрабы добавят полноценную картонку по типу Гвинта. Сидиори, спасибо за 150. Геншинфаги едят каки. Кошку-жену? Дайте кошку-жену. Геншинфаги едят каки. Ай-я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 й-
Как-нибудь еще нафармить можно? Чуть говна какого-то надавали. И звук отключился. А, все, появился. Так, я помню, что здесь как-то... Так, мне похавать за этого персонажа надо, но как? Так. Сливочное рагу. Ешь. Он съел? А, мне не за него хавать надо, или за него? Мясо скоро будет готово. Как кушать? Тап влево, там награды. А мне кажется, я сейчас буду этот час только разбираться. Ты забыл крутить жопой, поэтому ничего не выпало. Короче. Так, у меня вот есть такие обилки, такие обилки. Погнали босса искать какого-нибудь сразу. А погнали, я сразу тому же пиздюлей дам. Сейчас размотаю его. Только надо вспомнить, как хилиться.
нажми на F5. Что это? Тестовый забег. Что это? Нет. Я не буду это делать. Так, и здесь у меня вебка тоже что-то закрывает, да? Тронь. Уровень 22. А я какого уровня? Па! Хая! Ох, ебать! Подожди, так игра-то на мега-хардкорычах? Игра-то мега-ультра-хардкор! Ультую! Охуеть! Жирный моба равно хардкор? Да ты посмотри, как они все блочат! Ах ты собака! И что мне делать с его щитом? Ты-дыщ! А потом вот так вот. Ты-дыщ! А потом вот так вот. Ты-дыщ! Ау! Как хилится? А, все, у него щита не осталось. Да! А, погоди, это рейндж, походу, да? Он щит еще один себе дал. Ой, блядь. Блин, думал, я там 10 тысяч урона нафармил. Понял. Все, ГГ. Отлетает лохундрик. Сюда. Вот так вот. Изи-пизи. Без хилок, без урона, без опыта, без мозгов. Без донатов. Ой, не то. Карманные часы, платок целителя, камень истока. Закатник. И надо как-то поесть. Инвентарь. Использовать. Уменьшает потребление выносливости. Увеличивает защиту. Воскрешает персонажа. Воскрешает персонажа. Восстанавливает выбранному персонажу. Нихера себе. Окей, тогда вот так вот делаем. Все, найс. А, все, вижу. Где плюсик, это хилит, где всякие остальные хуёвины, это бафы. Окей. Ну что, думаете, на босса идти или как? Ты не подобрал лут? Прошу прощения. Ведь он мне точно очень пригодится. Приготовить. Восстанавливает выбранному персонажу овощной суп. Бля, ну да, еда здесь аппетитно, конечно, вся выглядит.
приготовить вручную. Белиссимо. Мамма мия. Так, что еще? Могу сделать муку. Получить. Получено две муки. Готовить. Ну, погнали на босса. Не знаю. Нажми на J. Задание архонтов. Требуется ранг приключений 10. Как мне его заработать? Отслеживать цель. Ранг приключений 10. Ты, кстати, написал Тайвань в чат, если да, то что было? Так, а это... Нет, это с Катей чат. Который я не знаю, как закрыть. Все. Добавить участника. А, тут нет глобального чата? И я где-то здесь. Телепорт. У меня младший брат 7 лет, который ни разу не играл ни в какие игры, точно так же в Genshin играет. Ну, давай начнем с того, что это ты, как старший брат, дозволяешь ему играть в Genshin. Понял. Сори. Ты можешь крутку получить, ты нафармил 75 штучек. Ты про вот эти? А как? Помолиться один раз. Отмена. Магазин. Омак. Рекомендованные товары, гардероб, сувенирная лавка, магазин Паймон. Звездная пыль. При этом ограничение 5 штук в месяц за бесплатную валюту можно покупать. Ой, бля, ну китайцы, ну китайцы. Так, и чё? И как мне её открыть теперь? Окей, чё думаете, жопой? Я хочу кошка-жену. Я хочу кошка-жену. Помолиться один раз. Дайте коленкой. С колена. С колена. Бам! Ваше мнение? Хуета? Он превращается в Genshin Enjoyer. Я буквально выбил 3 себе бесплатные вот эти вот прокрута. И в 3 из 3 раз мне выпала хуета. Ты правда думаешь, что я превращаюсь в Enjoyer'а этого? Так, проблемы Кей. Отслеживать цель. Ой, блядь, это мне что, в город надо идти? Телепорт. Пройди тестовый забег за кошка-жену, там награды дадут, да, бля. Ну все, геншиновские в чате. Тут нету никакого другого способа быстрее перемещаться. Вроде же был. И бежит. А чё? Чё не так-то? Точки телепортации, приблизь карту. Обалдеть.
Обалдеть. А это нормально, что здесь как-то, ну, управление галимое, пиздец? Лучистый кристалл. It was worth the trouble. Yes, of course. This spells the end of the exorcists. Да похуй, у меня еще три есть. Коровка, спасибо за 50, предлагаю сделку. Геншин Фак донатит 5к одним донатом, Алёша донатит в Геншин, иначе будете неинтересно, хорошего стрима. Во, я же говорю, Геншин Фаги. Всё, они уже здесь. Всё. Вы посмотрите, уже у них уже ломка, они видят эту игру, им надо донатить. Добро пожаловать в штаб Орда Фавониус, что я могу для вас сделать? Пока. Что это за место? Это главный зал штаба Орда Фавониус. Здесь расположен кабинет действующего магистра и библиотека. Если у вас остались вопросы, я в любое время к вашим услугам. Почему одна из комнат закрыта на замок? Посторонним туда нельзя. Никаких секретов Ордена там нет. За этой дверью всего лишь находится одиночная камера. А вообще, в последнее время она служит наказанием для одной лишь Кли. Каждый раз, когда ее там закрывают, из камеры доносится какой-то грохот. Она там новую взрывчатку испытывает, что ли? Кли вряд ли нарочно станет что-нибудь взрывать в штаб-квартире Ордена, но мало ли чего может случиться. Ой, что-то мне не по себе. Так, я вообще не с тобой разговаривать хотел. Я хотел разговаривать вот с ним. Он такой загадочный. И такой одноглазый. This is bad. Such a hassle. Он разговаривает. Как главный герой. Что случилось, Кейя? Oh, thank the thousand winds. Your arrival must be the grace of the gods. If I may ask, envoy sent by the Animo God to save this mere mortal, could you spare a moment? Ew, cut it out. Расскажи, I cannot let my peers hear about this. I cannot seek help from anyone else but you. Я? Я тот самый избранный, кто может решить все твои проблемы? Please, let us move to somewhere more fit for such conversations. Да, я согласен. Он как-то на нас посматривает подозрительно. Let's talk in the courtyard, just outside headquarters. What's with the sneakiness? Пиратский клад. Новая глава. О май гад. Во что ты, блин, играешь, говно какое-то? Он не знает. Он не знает. Вот это вот обязательно было делать, чтобы я вот так вот бежал за тобой. Здесь мы можем поговорить. Так, а Пайман это типа ручная Лоли, правильно? С чего бы начать, я расскажу вам один секрет. Скупаю... окей. It's a secret of my past, он касается моего прошлого. Don't worry, Paimon's lips are sealed. As a matter of fact, my grandfather was a pirate. Oh. Wait, why do you sound so blithe? Капитан, 3000 за лоб. Внук? Это ты? Look at my eye patch. I inherited it from my grandfather, and this is solid proof that we are related by blood. Невероятно. Yesterday I was glancing through the notes my grandfather left and stumbled upon records that spoke of a treasure. Ку, заядлый Геншин Фак, нека бой, удачного стрима, если что, ты можешь в ачивках штуки для круток получить, нажми F5, там можно опробовать перцов легендарных и получить за это примагемы. Treasure? Мы отправляемся искать сокровища.
According to his notes, the treasure is buried in the lost Arcadian ruins. Treasure. Hmm. But the location of the ruins is currently unknown. I've tried searching. Treasure! Kaio, what kind of treasure is it? Gold? Or better yet, gems? Treasures that consist of nothing but gold and gems are third-rate treasures. My grandfather's treasure is a sword. Хуета, я думал, крутки дадут. A magic sword that grants the wielder unrivaled power. Oh, wow! The sword was dropped from Celestia into the sea by a god. It was later salvaged by my grandfather's crew by pure coincidence. The moment he gripped the sword, thunder roared, billows howled, and the clear skies were suddenly swallowed by raging winds. With the might of the magic sword, my grandfather went on to defeat a Hydra, a silver-haired banshee, a wicked abyss dragon. But the immense power of the sword enticed many more greedy pirates to avoid meaningless conflicts. My grandfather hid these incredibly thrilling adventures. Holy A gang of treasure hoarders has been I'm afraid that We won't let it fall into the wrong You just rest assured Wow, great. Hey! So what you think? Well, the adventurers should know more. Я очень быстро читаю. Разузнайте в гильдии искателей приключений. Что? Что разузнать? И почему кто-то здесь постоянно оставляет сундуки с сокровищами? Резидент Слипипа в бане? У нас здесь не спят. У нас здесь постоянно движ. Блять, да не так двери открываются. Ты что делаешь? Да причем у него даже стамина не падает. Глава гильдии искателей приключений. Вы в зоне цели. Мне с тобой типа поболтать надо? Эй, кидо! Welcome to... Мы ищем. We're not here for some... We're looking for a sword. It's super mega uber powerful. It's fine. Гига-мега-меч. Oh, Cyrus, do you know... Arcadian ruin. Thanks for your intel. Нас послушали. Мы well, были скомпрометированы. Anyway, we should go meet up with Kaia first. Я помню, здесь вроде как-то можно было быстрее карабкаться или что-то такое. Какой-то здесь был способ быстро туда-сюда добираться. Шишка. На пробел? О, you're back. Do you have news for me? Listen, we asked around the Adventurers Guild. Why is that? Oh, I only mean... However, I do have some... I sent... Really? Where's the... Now, we will be meeting... Then what are we waiting here for? Кей, я не хотел бы лично присутствовать. Мы с Паймон добудем... You have my thanks. Of course, you'll be... Дайте мне уже поубивать кого-нибудь. Так, где? Что? Куда? Где? Как? Как? Письмо. Где? Где? Тут? Почта. Где? Кто? Почта. Почта, 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 почта! Получить. Это оно? Награда за достижение 10 миллионов предрегистраций. Этого просто не может. Будет смешно двигаться. Этого просто не может быть. Это что, 10 бесплатных круточек? О, мага.
Вот так вот фанаты Genshin Impact и развлекают себя, да? Быстрее! Быстрее! Я слышал, что на рынке раздают несколько бесплатных круток. Я должен успеть, пока их все не разберут. А, погоди, у меня же один чел мертвый. Блять, я забыл, что он умер. Сори, братишка, сейчас мы тебя реснем. Поешь овощного супа. Живи, брат, живи. Предмет не может быть использован на поверженном... Устанавливает ему 100 хп, а здесь 20% хп. Воскрешает персонажа и восстанавливает ему рыбацкий бутерброд. Так, использовать. Бум. Все. Держи, брат. Так, теперь мы крутим. Только что крутим? Помолиться 10 раз стоит аж 8. Это нам надо? Молитва новичка. Последний. Вот этот? А почему этот? Молимся 10 раз сразу или по одному? Блять, теперь все первый спамят. Первый имба, первый Лёха. Да я ебу. Шруги. Но тут какие-то кашкажоны. А тут... Набор из 10 вещей со скидкой 20%. В первом наборе вы обязательно получите на L. Она у меня есть уже? Последний, да блять. Окей, ладно, все, последний. Кручу, короче, жопой. Нажимаю. Бум. Хуета? Хуета? Хуета, окей. Крутим дальше. Ну не хуета же, фиолетовый же, не? Все говно. Это лучший меч, чат, вы не шарите. Бам! Сюда. Так, и мне же еще 1000 рублей дали какую-то. И вот это мне еще дали зачем-то. За что-то. За ту 1000 рублей я могу что-нибудь купить еще? В магазине. Так, сувенирная лавка. Магазин Пайман. Пополнение кристаллов. 99 рублей. Рекомендованный товар. А здесь нету. За пыль. Посередине. Так у меня нету этих штук. Короче, ладно, все, погнали квесты делать. А то это уже вообще не дело никакое. Я понимаю, что 99% из вас, геншинфагов, именно так в эту игру и играет. Но на этом канале мы изучаем виртуальные миры. Мы совершенствуем ил. Поэтому погнали. Мы будем исследовать лор. О, погоди. Это не я на нее нажала, она сама. Welcome. Ок.
Is there anything that catches your eye? No. Что такое интересное? I've been trying to make. Do you have any animo sigils with you? Да. More to the point. Any anim. Анимо. Доступно 6 из 6, в наличии 1. Это стоило 30 коробок. О! Повсеместная валюта, международный язык общения. Animo sigils appear all over Mondstadt. If you find yourself short, just keep exploring. Absolutely! Look! Okay, you got me. It's actually more obviously the reason I need animo sigils is because they have properties that other materials cannot provide. Of course. Do you come again? Please also visit. Все, пока. Я пошел квест выполнять. Это местные доллары. А я помню, здесь какой-то ребенок был, которого я то ли взрывал, то ли что. Вот на этом мосту прям был. Ярик, я знаю, что ты смотришь этот стрим. Купи Гаррис. Я хочу пиццу. Спасибо за 5 польских злотых. А все, больше нету его. Челикса этого. О, гусь. Swift and merciful. Тон 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 тон. А я не могу драться в воде, бля. Даже гусей нельзя убивать. 0 из 10. Ягода, 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 ягода. Так, а квест у нас уже рядом. Можно? Можно лучником. А у меня нет лучников. Элементальная реакция. Чего? Чего? Просто какие-то рандомные действия делаю, мне дают какие-то деньги постоянно. Есть. Кто? Нет у меня лучников. Этот мечник. Этот тоже. Нихера себе, а я не знал, что он так умеет. Век играй Genshin Impact, век учись. Шепчущий лес. Одолейте врагов, напавших на осведомителя. She's in trouble. Окей. Why is this happening to me? I should him who? Thanks so much for saving me. You're f- It's nothing. He's a traveler. He has to deal with stuff like traveler. I've heard stories about you. Oh, so I didn't know how I could pay you, but people in our circle know how important the network is. Lucky? But it's lucky for Kaya. Listen well then. The 3 6-armed giants reside in the city in the lake. Right. There's also this map that came with it. Вы что, реально сокровища искать надо будет? Be the expert? So the clue is more like, well, should be a piece of cake for you, right? I'm gonna leave you to it then. Конечно. Well, if you can't solve it, we can ask Kaya. He seems I'll leave you the intel so you can. Thanks, Vile. 3 6-armed giants reside in the city in the lake. 2 guard the statue, 1 the treasure. What does that mean? Подожди, то есть город надо возвращаться? Подсказка сокровища. Нажмите, чтобы отслеживать. Нажмите B, чтобы открыть инвентарь и посмотреть собранные подсказки. Ну, тут мы, походу, и проведем остаток времени в этой игре. За моими попытками понять, что я должен... А, или стоп. Тайна руин Аркадии. Точка телепортации. Нажмите B. Так, про каких-то великанов говорили. И какая-то карта.
Как мне ее посмотреть? Кусок бумаги читать. Красные какие-то... Что-то какой-то пляж, красные купола какие-то, ящик. И статуи. А что-то я статуи здесь не вижу, что? Статуя. Подожди. Статуя, получается, она как-то вот так. Она издали где-то. И за стеной. То есть. Ага, красные купола. Подожди-ка. Подожди. А, так вот же оно. Ну да, вот эта мельница, это она и есть. Rushing through the clear spring is just a front. When she's cold and alone, her true heart is revealed. О, погоди, это что, только первая часть была загадкой? There's another map. More riddles. Yes, sir. Ура! Paimon's dizzy already. Мозг у тебя есть мозг? Фига себе, он жесткий. Туда эту Лолю. Такс. Где-то вроде бы тут. Судя по карте, где-то там это находилось. Так. Б. Кусок бумаги, на котором нарисована непонятная карта. Раз, два, три. Третья развилка слева, получается. Раз, два. Чего? Чего? Третья развилка слева нужна. Раз, два. А, нет. У меня типа карта не открыта из-за этого? И то есть мне вот эту штуку надо открыть, чтобы открылся здесь кусок карты. Не, а зачем? Тут же мне же нужен вот этот нижний кусок. Это же где-то здесь, получается, находится. Как нет-то? Реально нет. Реально нет. Это получается где-то там. Вот оно! Вот оно! Отслеживать. Испытание элементы телепорт. Срать я хотел на эти элементы, я просто дальше побегу. Так, получается, мне куда-то вот сюда. Подтвердить. Так, где моя метка? Охуенная метка. Класс, спасибо. Метка, которая тебе ничего никуда не показывает. Куда тебе идти, что тебе делать? Кайф. Кажется, я понял, куда нам надо. Кажется, я понял. Вы чё? Слаймы мамины. Ай-я-я-я-я-я! Так, есть ульта. Обломок железа. Найс.
Залупаний, спасибо за 50. Какие же хуёвые квесты в начале игры. Дальше хотя бы гораздо лучше и интереснее сюжеты задания. Эту хуйню вначале невозможно читать. Да-да-да. Да-да-да-да-да. Я это и про море слышал, еще много когда слышал. Да-да-да. Да-да-да. Ой, бля. Может, ну его нахуй. Хотя... Ща, подожди. Подожди, подожди, подожди. Использовать. Подтвердить. Подтверждаю. Что такое? Использовать. Поехали. Ой. Так, минус один. Ой-ой-ой. Так, все, его дуралеев мы убили. Понял тебя. Ноль урона, класс. Не, может все-таки, ну его нахуй. А, наверное, нет смысла вот так вот скрещивать, да? Огонь и лед. Бэм! Блин, он что, подхавался? Ах ты, сука! Swift and merciful. Boba, get them. Let's fuck things up a little. Чё она сказала? Она что, матюкнулась? From whence you came? Я бегать могу быстро! Ой. Вот так вот мы это делаем. Мне-мне-мне, моё-моё-моё. Найс. И 2 рубля в подарок. Изи. И полезли. Вертикально. О, ну походу вот там, где горит эта штука, туда мне и надо идти, да? Так, давайте, пускай все подхаваются. С каждым донатом умирает фанат Геншина. Спасибо за 50 рублей. Геншин Фаги в чате помогают тебе добыть примагемы, чтобы выпала не хуета. Типа в тестовом забеге ты из-за перса легендарного поиграешь и приколы получишь. Меньше чем 3, плюс все покупают в магазине Пайман. А, не-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 не, стоп-стоп-стоп, а вон оно! А вон же оно, сокровище-то мое! А вот же оно! Нажмите U, чтобы узнать подробнее о лютом холоде. А, не, погоди, это не оно.
Так, стоп. Так, где это было? Вот оно. Читать. А, на конце. То есть где-то... Ой, блядь, где-то вот в той деревне, походу. Лютый холод. Так, я вижу, у меня заполняется какая-то шкала. Чё, если я вот так сделаю? Всё, мне не люто холодно же. Всё, я согрелся. Это шкала холода, иди к факелам. Новый противник. Ой, бля, ой, бля. Ой, бля. Так, ну тотем же, наверное, надо сломать. Ся! Ся! А вон там гоблин какой-то наверху. Ой, блядь. Нет, я не умру в Геншином пакте. Не-не-не-не-не, я не умру в Геншином пакте. Вы меня не убьете в Геншин Импакте. Синь-люнь! Чунь-ю, нет! Омага! Бам-бам-бам-бам-бам! Получай! Нет, Сянь-Лин! Нет! Лиза! Осталась тупая Лиза только, которая ни хера полезного не делает. You're in for a little shock. О! Глеб, на тебя одна надежда. О! Глеб! Глеб будет жить. Поставим на паузу игру. Так, воспользуемся вот этой вот штукой. Ага, так, затем... погоди-ка. Ой-ой. Ой-ой, а я думал, я бесконечно их юзать могу. Ой-ой. Ой. Ой-ой. Да ты заколебал меня, бля. Да отъебитесь от меня, сука! Па-п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 ау! Блять, а лучшую дуру не резнул! Пиздец. Я не умру в Геншин Импакте. Я умер в Геншин Импакте. О, маг. О, нет. Лиза! Лиза! Looks like I got carried away. Это буквально моя первая смерть в Геншин Импакте. Аноним, спасибо за 75 рублей. Тебе все-таки надо было почитать про лютый холод. Ну мне 5 минут осталось, что мне толку? Я пока туда дойду, эти 5 минут и закончатся. Ай-яй-яй. Пускай откушаются хотя бы. Чунь-юнь, путешественник. Сянь-Лин. Кушайте, ребята, до отвала. Кушайте, кушайте.
Это вообще-то не то место главное. Ты можешь около факелов греться там. Я что-то не видел никаких факелов. Но побегаем, пособираем всякую шелупонь. Он слизей каких-нибудь убьем. 6-го уровня. Мокрые слизи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Тестовый как раз на 5... О, господи. Ну ладно, как? Как это делать? Как это делать, чат? Как? Помолиться один раз. Куда нажимать? F5. Завершите задание. Тестовый забег. Пробный. Начать испытание. Окей. Ой, надо было прочитать, походу. Что оно делает? Right now. И чё? Emerge. Так, они что-то соединяют. Right now. А, начать испытание, бля! Right here. Right now. Right here. Right now. Right here. Right now. 7000 урона, я тебя понял. A sight to behold. Right here. Это такое испытание, да? Это меня сейчас испытывают на прочность. Насколько я геймер. Ой, блядь! Ой, блядь! Ладно, ладно, ладно. Да ладно, понял. Is that all? Right now. Right here. Emerge. Вы можете покинуть подземелье сейчас и получить награду, или можете продолжить тестировать персонажа, покинуть уровень. Так. В молитвах слева снизу есть магазин. Нажми туда, и сообщение улетело наверх. Так, мне что-нибудь дали? Второго. Примагемы. Какие примагемы? Что это такое? Забери награды. Где? На почте? Новое F5. Тестовый забег. Получить. Камень истока. Так и чё, у меня же есть такие. Это же говно. Это же говно, не? Ты говно. Еще второй забег. А теперь за рыжего. Чайльд. Понял. Я Чайльд. И я главный в этом Амине. Brace yourself. This is gonna hurt. Понял тебя, 30 тысяч урона. Окей. Окей. Ведь я Чайльд. Новый противник. Пиромаг бездны. Бум. Я Чайльд, и я не могу пробить его щит. Я Чайльд. А, погоди, я лучник, что ли? О! Отца! Пау! Пау! Ебать, я реально лучник, я только сейчас это понял.
Бам. Покинуть уже. Так, и чего теперь у меня хватает? На мегакрутку. Да, идите это. Я хочу покрутить. Все еще не хватает. А зачем тогда я это делал? Немедленно! Немедленно вырубай! Магазин Пайман. Задонать. Но с одной стороны, если бы китайцы не сделали эту игру, я бы сейчас не нафармил деньжат. Так что, наверное, можно поделиться с китайцами, как думаете? Хватает за пыль. В магазине за пыль. Деньги — это пыль, ребята. Тут я согласен. Звездная пыль. О, реально же хватает. Чё врёте-то? Бам-бам. Бам-бам. Так. Как там это делается, я забыл. Блин, тут такой неудобный, конечно, этот худ интерфейс, что все такое спрятанное, непонятное. Так. Окей, крутим один раз Тарталью и один раз Кашкажену. Окей, Тарталью жопой, но в тот раз не получилось. Ну давай. Бам. Омага! Клятва стрелка. Бля, ну пожалуйста, ну дайте мне самого лучшего персонажа, самого редкого, чтобы я никогда в эту игру не заходил. Носом. Бум. Плиз. Ясно, ясно. Все, ББ. Все, все, ББ. ББ, все, ББ. Бэбэ, бэбэ. Бэбэ, бэбэ. Большинство из тех, кто сейчас сидят, такие типа: «Ааа, наконец-то, да, ну закончилось, боже мой! Ааа, наконец-то!» Да. У них сейчас на фоне скачивается Genshin Impact, чтобы вы знали. Жил-был один веселый камень. Веселый камень, веселый камень, веселый камень. Его все брали и бросали. Веселый камень, веселый камень, веселый камень, веселый камень. Его все брали и бросали. Веселый камень, веселый камень. Жизнь его не удалась.